Всем привет! Меня зовут Алена, и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И в этом видео мы поговорим об уходе за тонкими волосами. Как вы знаете, у меня очень тонкие и пористые волосы, причем они обесцвеченные и вьющиеся. В общем, это просто бешеное сочетание. В этом видео я расскажу, как правильно мыть и ухаживать за тонкими волосами, как придать им объем, а также как их укладывать так, чтобы они казались более объемными, пышными и плотными. Тонкие волосы – это всегда волосы без объема у корней. Они как будто облизывают вашу голову, обрамляют ее. А еще, если их не мыть каждый день, это выглядит очень ужасно. В итоге они склеиваются в три волосинки. Такие волосы очень часто ушатся, электризуются при прикосновении, мне кажется, к любому предмету. Но одним из плюсов является то, что их легко и быстро укладывать, а также завивать. Так как они тонкие, волос быстрее прогревается и лучше держит форму. Лично я мою свои тонкие волосы каждый день, так как они и так безобъемные, а если все-таки немножко прожирнятся у корней, это выглядит просто отвратительно. Такое чувство, что вас кто-то всю ночь зализывал. Шампуни берите все-таки утяжеляющие немножко, для того, чтобы уменьшить вот эту вот пушистость, но при этом, чтобы они хорошо очищали кожу головы. Не рекомендую вам брать шампуни, которые с эффектом объема, иначе ваши тонюсенькие волосы распушатся еще больше, и вы будете как пудель, укладка будет практически невозможна, они будут торчать во все стороны, и справиться с такими волосами утром просто нереально. По поводу бальзамов и масок, я вам советую использовать немножко такие утяжеляющие, более маслянистые маски, но наносить их только на кончики, даже не 15 сантиметров от корней, как все нормальные люди наносят, а именно на кончики, для того, чтобы утяжелить волосы, немножко их выровнять, убрать вот эту вот пушистость и немножко распрямить структуру. Если же пушок все-таки есть, я обычно люблю использовать спреи-кондиционеры для волос. В принципе, любые, они практически одинаковые, только распыляю его не на волосы, а на ладошки, а потом уже распределяю только на кончики или приглаживаю, где у меня что-то там торчит. Использовать масла на кончики можно, но не всегда, потому что, опять же, волосы будут превращаться в сосули, они очень быстро напитываются маслом, и при пористой структуре с ним очень легко переборщить. Конечно же, если это не силиконовое какое-то масло. Я бы вам не советовала долго держать волосы в полотенце. Все, что вам нужно, это опустить голову вниз, немножечко промокнуть их и сразу же снять полотенце, потому что, так как структура, опять же, пористая, волосы очень быстро впитывают в себя влагу. Таким образом, вот эти вот поры, которые в волосах, и микроповреждения становятся еще больше, укладка будет сложнее и забирать все больше времени. Что касается укладки, давайте поговорим сначала о расческах. Так как у нас волосы тонкие и постоянно электризуются, я бы вам советовала использовать деревянные расчески, именно массажные. И обязательно обращайте внимание, чтобы зубчики у них были закругленные, чтобы не поранить кожу головы. А она в основном при таком типе волос очень чувствительная. Деревянные расчески снимают статическое напряжение и при этом немножко приглаживают пушок. Для выравнивания волос я бы вам не рекомендовала использовать утюжки. Так как волосы сами по себе очень слабые и тонкие, их очень легко перегреть, повредить. В общем, для них это будет слишком. И вы знаете, что утюжок очень любит съедать объем у корней. И для выравнивания рекомендую использовать все-таки фен и брашинг. Фен обязательно с вот такой вот плоской насадкой. Он вам позволяет очень быстро выравнивать волосы и направлять правильно поток воздуха. Вот такой вот расческой брашингом мы можем сделать себе прикорневой объем. Такая расческа очень хорошо вытягивает и как бы придерживает волосы. А если еще в сочетании с горячим воздухом, направленным правильным образом, волосы можно сделать идеально ровными и гладкими и блестящими. Обязательно обращайте внимание, чтобы у вашего брашинга были отверстия сквозные для воздуха. Это значительно облегчит и ускорит сушку и укладку волос. Еще было бы неплохо, чтобы в вашем фене была функция ионизации. Это будет вам снимать статическое напряжение и делать волосы более гладкими и блестящими. Итак, вы высушили и уложили волосы, но объема все равно не хватает. В этом случае я бы рекомендовала использовать вам сухие шампуни, которые очень классно приподнимают волосы у корней и делают нужный вам объем. На этом все. Надеюсь, это видео было вам интересным или полезным. Если это так, не забывайте поставить пальчик вверх внизу под этим видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. Кликайте на иконки, чтобы посмотреть еще больше видео о волосах. Спасибо вам огромное
огромное за внимание, а я вас всех целую и пока.